Добрый день! Сегодня будем готовить томат быстрого приготовления. Он готовится легко и быстро, и зимой очень вкусно будет. Вот у меня здесь около 5 килограмм помидор. Такие всякие. Не то, что отборные, а побитые есть немножко, подпорченные. Это все я их приведу в порядок. Помидорчик приготовлю. Вот. Мята я отрежу, хвостик отрежу. И размер, чтобы мясорубку ходил. Тут чуть-чуть примятая. И все, это я сейчас все перережу. Получилось помидор. Сейчас они все пойдут в мясорубочку. Вот, я загрузила, у меня такой большой котелок. Доведу до кипения и буду уваривать. Ну, каждый будет уваривать, как ему понравится. Хочет гуще, больше уваривать. Хочет реже, меньше уваривать. Вот, дошло до кипения, начало кипеть. Сделаю небольшой огонь. Помешивать иногда. И пусть варится. Полчаса покипел. Можно еще, он еще редкий. Пусть еще покипит. Я еще не солила, потом посолю. Уварилась немного. Посолю одна, ну еще немного, все. Покипит солью. Еще у меня есть такие формочки для заморозки льда. То сюда я буду накладывать тоже томат. Итак, загрузила два этих контейнера. Остынет, когда оно еще такое горяченькое. Загружу я в морозилку, чтобы заморозилось. У меня еще осталось немного этого пюре. Оно ничего с ним не сделает. На следующий день вот замерзнет это, еще загружу и все. На зиму очень хорошо пользоваться. Итак, вот я имею томат такой собственного производства. Натуральнейший. Вот заморозилось у меня. Заморозилось, сейчас я его. Теперь я их погружу в пластиковые мешочки и в морозилку на хранение. Все. Как мне надо, достаю и употребляю. Какая-то зажарка, все прям кубик бросаю. И готово дело. У меня еще со вчерашнего дня, что я варила томат, осталось в кастрюльке, в холодильнике. Сейчас опять я загружу в эти контейнеры и заморожу. Мне, например, этот рецепт очень нравится. Во-первых, продукт сделанный. Вот сейчас помидоры спелые, хорошие. С этих помидоров. И это не то, что зимой использовать. Свежие помидоры парниковые или же томат тот искусственный. Вот, все здесь. Томатные кубики расфасованы и уложены в морозильную камеру. Итак, мои дорогие, пользуйтесь моими рецептами, заходите на мой канал. Если понравилось видео, подписывайтесь. И до новых встреч!